У нас проходит испытание бетономешалки. Вот там вот куча ПГСа. Здесь полезный объем, ну, чуть больше 80 литров, литров 100 с чем-то. Пол мешка цемента здесь и почти полный ковш ПГСа. И три ведра, да, воды? Три ведра воды. Если есть крупные камни, которые там чуть подклинивают, но их проворачивают. Сейчас зальем пробную заливку сделаем и потом посмотрим, достаточно нет цемента здесь.